Пока музей борется за право первой выставки наполеоновского золота, человек, обнаруживший золотой обоз, борется за свое честное имя. Академика Бориса Старко обвиняет в сокрытии, а также присвоении части клада. Его коллега, кандидат наук Григорий Горный, уверяет, обнаруженные Старко артефакты – не что иное, как заначка одного из высокопоставленных генералов. Нам удалось взять комментарий академика Старко по факту обвинений против него. Я всю жизнь борюсь с любовью людей к разного рода преувеличениям и мистификациям. Изначально величина обоза была многократно преувеличена. Кто-нибудь производил детальную опись всего украденного и вывезенного наполеоновскими войсками? Тогда как можно говорить о том, что артефактов было больше или меньше? Вы будете в связи с этим подавать Нагорного в суд за дискредитацию деловой репутации? Реагировать на обвинение кандидата наук, так как боятся укусов комара долгоножки. Глупо. Извините, заберите. Комментарий обвинителя нам также удалось получить. Здравствуйте, Григорий Александрович. Телеканал «Первый наш». Как вы можете прокомментировать свои обвинения в адрес Бориса Старко? Я все сказал. Он может хоть 100 раз повторить, что это золотой обоз Наполеона, от этого он им не станет. То есть вы готовы биться за свои слова в суде? Если это поможет суду выдать разрешение на обыск в доме Старко, то да. Давайте я вам объясню. Представьте себе, человек идет в лес за грибами. И вот навстречу ему грибник с полными корзинами грибов. И этот грибник ему говорит: я собрал все грибы в лесу, можете даже не искать. Что вы будете делать? Ну, пойду, видимо, искать другой лес. Вот и идите в другой лес. А я знаю, что в этом лесу еще полно грибов, чтобы вам там на уши не вешали. Спасибо. Стычки в научной среде – дело, казалось бы, уже привычное, начиная о спорах о законах физики и форме Земли, заканчивая теорией струн и черными дырами. Среди всех ученых конкуренция очень высока, чтобы поставить свое имя в одну полку с великими, ведь это значит вписать свое имя в историю. Роман Алеев, Евгений Петров, «Первый наш». Вот это да! Борис, Григорий, лучше, наверное, в другой раз зайти. Олег. Григорий. Василий. У меня вообще вся семья поющая. Бабушка 50 лет в театре отработала. Мама на бэк-вокале у звезд всяких до сих пор. Сестра сейчас поет, песни пишет. А я вообще петь не могу. Причем я правда старался. Да, к нам даже пару раз соседи приходили послушать, как кого-то здесь режут. Я им сказал, что это ты поешь. Так вот почему они со мной теперь не здороваются. Короче, с вокалом я так и завязал, но мечта одна осталась. Сейчас соседям привет будет. Стучали. Угу. Гриша, Гриша, 9 недель без нареканий. Куда тебя понесло? Знаешь, я буду вынужден сообщить об этом в детский дом. Мы не сделали ничего плохого. Ну, если вы сейчас не сделали ничего плохого, не факт, что не сделаете потом. Есть правила пансионата, их нужно соблюдать. Меня когда-нибудь выпустят? Выпустят, выпустят. Ты выглядишь как нормальный, наверное, чувствуешь себя как нормальный. Но вот здесь написано, что у тебя
есть склонность к расстройствам личности. И вот случай с Ольгой Ивановной именно это и подтвердил. Скажи, а ты помнишь своего отца? Когда ребенок поступает в детский дом, о нем стараются собрать как можно больше разной информации. Генетические отклонения, семейные заболевания, предрасположенности и прочее. Твой отец записан в твое свидетельство о рождении со слов твоей матери. Так вот, данный гражданин наблюдался у нас несколько лет. У него был острый невроз навязчивых состояний, который спрогрессировал прямо здесь у нас до буйной параноидальной шизофрении. Мой папа был сумасшедший? По сути, да. Поэтому, как только Ольга Ивановна рассказала мне о твоем случае, я понял, что тебя нужно наблюдать. Сколько наблюдать? Сложно сказать, месяца 3, может быть, 4. Ну, дозировку транквилизатора мы тебе подобрали, теперь будем смотреть. Если твое состояние будет стабильным, сможешь в школу ходить, кружки посещать. То есть мне придется пить все эти таблетки? Всю жизнь, чтобы не сойти с ума? Да нет тут никаких лампочек. Посмотри на крышу. Никакого радара нет? Вася, блин, ты можешь сразу сказать? Олег, посмотри, камеры, провода, лампочки и радары. Не обижайся, но ты одну задачу. Вася, я могу смотреть телевизор и бить тебя. Я внутри. Пойду искать то, не знаю что. Ладно, давай по видео. По видео? Ну, давай. Вечер в хату! Иди! В лес. Смотри. Если бы я был домушником, я бы точно возвращался за фургоном. Видишь, сколько здесь всего? Как красиво. Попробуй найти кабинет, что ли. Серьезно? Тут лестница наверх. Сейчас поднимусь. Походу, на украденные денежки ремонт себе решил сделать. О! А это уже похоже на кабинет. Да. Походу, мне у Старкона дожить, чтобы это все прочитать. Ладно, Вась, посиди в кармане. Короче, Вась, ничего похожего на телефон, сейф, планшет,
Ну или тайную комнату. Я здесь не нашел. Ну тогда давай обратно, пока платформа 9 3/4 не закрыла. Да мне только сейчас дошло, почему вы Борей представились. Почему? Ну, наверное, из-за Старко? Нет. А почему? Из-за голубя. В обеденный перерыв хожу голубей кормить. А птицы, они все разные, как люди. Свои характеры. Наблюдал за ними. И заприметил одного голубя, который клевал крошки так быстро, так нагло, что другим вообще ничего не доставалось. Такой напористый, наглый. Неприятная птица. Вот я его Борей прозвал. Ну, может, подсознательно. Да, жалко, у меня такой наглости нет. Мне бы не помешало. К сожалению, это врожденное. Ты салат будешь? Да, блин. Голодный как черт. Слона б съел. Руки мыл? Чистые. Ладно. Пойду флешку проверю. Я салат буду. Хорошо. Ребят, идите сюда. Тут годнота подъехала. А это что? Я ничего не делаю. Я вижу. Вирус, что ли, какой-то? Нет. Это опись обоза.